Англичане против Евровидения. Трое из пяти жителей Туманного Альбиона не хотят, чтобы их землячка победила в конкурсе в Киеве. Это выяснил соцопрос британского центра изучения общественного мнения. Социологам англичане признались, что и вовсе предпочли бы не отправлять представителей страны на Евровидение в будущем. Это при том, что последний раз Великобритания выигрывала в песенном конкурсе еще в прошлом веке, в 97-м году. Впервые представители Туманного Альбиона появились на Евровидении во второй год проведения этого конкурса. Это случилось в 1957-м. За полвека участия британцы побеждали всего 5 раз. В этом году страну представляет Люси Джонс с весьма символичной на фоне соцопроса песней «Никогда не откажусь от тебя».